отель. Я рейтинги. Стандартный номер 26 квадратов. Помещение как одиночное, как и двойное. В принципе, очень уютно, мило, красиво. Вот сейчас покажу ванну вам. Ванну комнату. Вот как все выглядит. Все цивильно, чисто. Вижу, что соблюдается очень много. У нас на картине даже такие маски стоят. Маски, перчатки. Вот так вот выглядит. Безопасно, надежно, можно заселяться. Здравствуйте, это ресторан Европа, да? 24 часа работает. Отлично. Такой вот ресторанчик. Очень уютный. Классный. Это у нас фитнес-центр. Здесь сколько одновременно? Это мы внутри отеля. Вот так вот выглядит. Очень уютно, спокойно. Хотя близко к дороге, но ничего не слышно практически. А вечером здесь идеально посидеть. Попить чай, кофе. Ну и кто хочет что-то другое попить, можно. Очень, очень красиво, очень уютно. С ресторанчиком можно посетить, наслаждаться. Так, ребята, надо заселяться срочно. Вот такой краткий обзор отеля. Очень приятно, очень вежливый персонал, чисто, уютно. Большое спасибо за передачу. Спасибо. И мы увидимся. Спасибо, всего доброго. Спасибо. Еще раз вам покажу. В принципе, отель нормальный. Нормальный, красивый, уютный. Ну и будем тогда делать следующий отель. Смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь, критикуйте.